Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы ID1085, для которой понадобится один железный топор и штуки 4 обычных. Я эту базу не рейдил, посмотрел на ютубе, но опять же все почему-то идут, ломятся именно вот сюда. Так, стоп, сюда вроде они все идут. Тут оптимально сломать вот третью стенку, тут будет маленький ящик и зомби вас трогать не будут, но... И вот тут вот все скрывают эти 6 ящиков. Я так полагаю, что в других частях базы ничего нет, но я обязательно это все открою и покажу вам. Так, ребят, открыл я еще здесь, сломал две стенки, вернее, раз, два и вот три даже. Зашел сюда, тут ничего нет, потом еще зайду вот в эту часть базы, но пока пойдемте посмотрим, что внутри этих ящиков. Да, тут, как я и говорил, ничего нету, кроме АТВ, поэтому туда идти смысла нету. Давайте посмотрим, что тут по луту. Ничего. Так, тут хотя бы бензин есть уже что-то. Изолента тоже заберу. Что еще? О, слитки, ништяк. Так, заберем. Дальше ничего интересного. И сразу скрываем последний ящик. Там, в принципе, есть сушилочка, которая мне поможет. Так, громила, отстань-ка, пожалуйста. Будьте аккуратны, кстати, тут ловушка есть. Так, мне надо вот сюда, и громила должен вот сюда бежать. Надо взять оружие. Два топора, думаю, хватит. И громилка, ну давай сюда, беги, мой хороший. Молодчина. Я вот эту стеночку, вот эту дверь сломаю. Мне кажется, я получу доступ к этой комнате. А, не, ни хрена, ладно. Громила, переходишь сюда. Молодец. А, тут взрывчатка нужна даже. Так. Интересно. Два, три, четыре, пять, шесть. А, тут тоже, как вы видите, ничего нету. Громила, давай-ка обратно. А, попробуем станки сломать. Тут, кстати, окна надо быть предельно аккуратным. Громила сюда. Тикс. Понятно. Топор закончился. Оружие, топор. Так, ломаем вот эту хрень. Окей, ломаем вот эту хрень. Что тут будет? Тикс. Что тоже? Ну, короче, лут такой себе. Прям очень-очень такой себе. И как по мне, стоит только открыть ту стеночку, да, и забрать все, что там есть, и все. А, ну, вот эти 6 ящиков. Смысла ломиться дальше никакого нет, как вы видели. Единственное, что может быть что-то в плавильне, но опять же, два топора ломать ради плавильни, которая может оказаться пустой, особо смысла нету. А на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.